Добрый вечер всем моим зрителям. Сегодня решил заснять информативное ознакомительное видео. И натолкнула меня на это вот эта бумажка, которую раздают у нас на улицах города в качестве рекламы, в данном случае ломбарда. Но такое делают у нас часто на Украине. На фоне наших денег печатают какие-то рекламные штучки. Вот, как видите, это просто реклама, ярмарка, вот адрес, все, и это стилизовано, сделано под соточную купюру, 100 гривен. Я решил заснять все купюры и все монеты, которые есть в украинских деньгах. Ну, возможно, это будет интересно иностранцам, а возможно, так, может, кто-то интересуется. Значит, первым делом монеты. Монеты вот у нас есть. Их, конечно, есть больше, намного больше вариантов. Есть юбилейные, там, в общем, 1 гривна. И мельче я уже снимать не стал. Там разные есть рубашки, но не суть важно. В скором времени вот эти 1 и 2 гривны и 5 должны быть тоже заменены на монеты. Все вот эти мелкие бумажные деньги должны отойти в сторону. Дальше у нас идет вот такие купюры 10 и 20 гривен. Я просто вот переворачиваю их с двух сторон, чтобы сразу вы видели лицо и рубашку. Так, следующие наши деньги 50, 100, 200 и 500 гривен. 50 гривен. Сотка ходит в двух вариантах. Вот это старая сотка вперед и зад. Это новое. Новые деньги уже идут с полосой вот этой внутренней. Ну, они более защищенные, переливаются. Больше степеней защиты, они красивее. Вот это новая сотка. Вот это двухсотка. Вот. И 500. 500 гривен, самая большая банкнота в Украине. Они здесь вот одинаковые практически, немножко в цветах, а здесь тоже это новое, больше уже похожее на евро своим внешним видом, очень похоже. Ну, такая стилизация, тоже красиво сделано, тоже вот эта встроенная внутренняя полоска, много степеней защиты, в общем, деньги красивые. Так, и вот еще я не успел выпустить видео о купюрах, как у нас в Украине вышла тысячная купюра. И сейчас я еще дополню это видео обзором вот этой тысячной новой купюры. Давайте ее рассмотрим и посмотрим, что на ней изображено и какие есть степени защиты этой новой купюры. Значит, во-первых, она такого голубого цвета. На главный портрет это вернадский ученый. Украинский, а сзади Академия наук. Ну, как бы соответствует вперед и задняя часть. Дальше смотрим. Конечно, магнитная вот эта лента. Здесь изображена 1000 и трезубец. Когда ее смотреть на просвет, так, да, вот видно, видите, на просвете по-другому просвечивается 1000 гривен и трезубчик рядышком. Так, ну вот эту полосу вторую, то есть это тут две этих полосы. Вот видите, вот эта лента широкая, а узенькая там, где написано 1000 гривен, она рядом, они не вместе. И вот ее на ультрафиолете видно. Так, и видно небольшие вот эти такие волосики, тоже видно. Но их очень мало как-то. Немного. Вот это тоже светится часть. Ну и как бы все. Ничего так особенного. Вот только лента вот эта просвещается. Ну, естественно, есть водяной знак. И вот через этот водяной знак еще тоже просвечивается 1000 гривен. Дальше вот эта часть. Она вот как бы состоит здесь как бы недорисована. Вот, да, она просвет. Так, вот это... Все цифры стоят, дополняют друг друга с одной и с другой стороны, и оно просвещается полностью.
Так, вот здесь для слепых три полоски вот эти выпуклые. Вероятно, обозначают как три ноля, чтобы люди могли понимать. Слепые, каким достоинством. Это купюра. И вот эта штучка, Spark Element, она, по-моему, называется. Она под наклоном тоже меняет цвет. И как будто бы происходит движение. Называется, по-моему, кинетический эффект. На вот этой ленте тоже есть такой эффект. Как будто бы идет движение вперед. Вот здесь с помощью лупы можно разглядеть микротекст. Ну и тут всякие вот такие мелкие элементики. Вот здесь видите тоже трезубчик нарисованный. Не просто так разрисовано. Каждая мелочевочка. Там портрет тоже вот здесь выпуклые эти волосы. Внутри этой тысячи тоже написано тысяча. В общем, деньги симпатичные. Вроде бы хорошо защищенные. Так как уже довольно много есть подделок на 100, 200 и 500 гривен. Плюс выводится вся мелочь выводится. И постепенно и будет уже, и уже есть монеты 1 и 2 гривны. В этом году должны ввести 5 и 10 железных гривен. Это все для того, чтобы деньги дольше ходили в обиходе и больше хранились. Так как они быстро, бумажные деньги выходят изнашиваются. Вот такая вот новенькая купюрка. Симпатичная, красивая. 1000 гривен. Хотя, конечно, увеличение номинала купюры свидетельствует, наверное, об инфляции. Это тоже не есть хорошо. Вот такой вот был еще у нас дополнительный обзор на новую купюру. Вы были на канале За 4 моря. Всем пока.